Короче, вот моя нога. Какая история моей ноги? В 2022 году у меня был перелом таранной кости. Вот видите, здесь шов у меня вот в этом месте. Вот здесь опухшее это место, да? Вот, и сломала ногу я, у меня был открытый перелом. И потом меня экстренно оперировали, ставили тоже аппарат, это на Набережных Челнах. А потом, короче, я 2 месяца проходила, потом меня аппарат сняли, потому что он начал бултыхаться. И в итоге в лангетке потихоньку, ну, в итоге получается, что у меня кость срослась неправильно. Да? И до этого года я ходила, короче. У меня нога болела, к вечеру опухала, наступать было больно. Ну, короче, было уже тяжело ходить. Кость срослась неправильно. И мне уже как бы предписали артродез. Но все-таки я попросилась в Курган, нашла адрес, написала им. Они мне согласились взять. Сказали 50 на 50 возможность. И меня взяли. Короче, мне сделали операцию по методу Елизарова, да? Вот. Мне не резали, не делали артродез. Мне сделали лечение по методу Елизарова. Мне поставили аппарат Елизарова. И мне сказали, в течение 4 месяца я буду отправлять снимки туда, в Курган, и они будут наблюдать. Вот. Сказали, что через месяц после вот этой операции мне вот это надо будет сходить в больницу местную и снять. Две спицы, которые находятся в таранной кости, мне их надо будет снять. Ну вот, будем наблюдать. Шанс есть. Шанс все-таки они маленькие мне дали, что, возможно, это случится с моей ногой, но я выбираю верить, что с моей ногой случится. Так вот, вот такие дела, короче.